смотрите, китята, и котята, и мишки. Это кто у тебя? Фламинго? Покажи его, Лен. У меня. Да. Покажи его поближе. Такой прикольный. Мы в центре Куала-Лумпура. Вот вышли из номера. Решили зайти в корейский магазин вот здесь. Леана с папой уже там что-то смотрят. Леана, что ты там нашла? О, какой зайчик, да? Прикольно. Лен, да тут столько куш, да такие прикольные детские все, да? Мам, я хочу себе такие. А вот с этой клубничкой вообще прикольно, да? Нет, я бы хотела бы вот такие. Такие? С принцессой? Нет, о, ну-ка покажи вот эти собачки. 15 рингит, вообще дешево. Собачка, прикольно. Давай возьмем. Давай. Давай. Сейчас еще посмотрим, что тут есть. Ну, Лена уже куда-то убежала. О, смотри, как. Мама, смотри, это светится еще. Ого. Она светится, да? Какой ты хочешь, Лен? Я хочу. Собачка или вот эта ананаса очень красивая. Да? Лена, кто у тебя в руках? Это свинья. Корейская свинка. Корейская. О, тут полно всяких интересных подушек, да? Банан! Ого, какой крутой, Лен. Ну-ка покажи, банан. У него еще мордочка, да? Ага. Классный банан. Тут много интересных таких мягких игрушек, да? Вон волк, свинья, да, подушки такие свинки. Круто, слушай. Смотрите, какой пуська. Ой, лапочка, правда. Это китенок такой желтый, да? Да, слушай, прикольно тут. Вау, а это у тебя что? Смайлик, да? Друзья, подписчики, супер, они ставьте разные. Лайки. Они разные еще, да? Я хитрюка. О, я какие хитрые глазки. Я куалочка. О, куала. Лен, смотри, какие повязочки, да? Тут как раз для челленджей можно использовать. Лена уже убежала. Это киска, мне кажется. Песик. Песик? Не знаю, ребят, пишите в комментариях, песик это или киска. Давай. Поднимаемся на второй этаж. Побежала. Лена играет в зеркало. Тут всякие посуда для ванны. Еще прикольно такой хом-магазин. О, тут тоже мир плюшевых игрушек. Смотри. Лена, это очень прикольно, да? Очень круто. Смотрите, тут и китята, и котята, и мишки. Это кто у тебя? Фламинго? Покажи его, Лен. У меня. Да. Покажи его поближе. Такой прикольный. Тук-тук. Миньоны, Лен, миньоны. А это осьминожки. Лена, это осьминожки, смотри, какие милашки, три. Просто милашки. Ой, это тоже милашка, Лен, такой милый, это пингвинчик такой. Я его хочу знать. Слушай, классно, мне очень понравилось, очень прикольный магазин, да, Лен? Ага. Понравился тебе магазин? Собаки.
подушки такие специально для аэропорта, чтобы было удобно спать. Супер. Да, вообще мне очень нравится этот магазин. А там много очень прикольных штучек для дома, да? Ну что, пап, выбрал что-нибудь? Да. Ты выбрал себе игрушку, пап? Да, для собачки. Это... Вот папа что себе выбрал, как раз под футболку. Все сегодня с фламингами, папа с фламингами, Лиана с фламингами. С косточкой. Посмотри, мама с каноне. Угу. Прикольный магазин, мне очень понравился. Посмотри, мама с каноне. Ну, Лиана тут уже сходит с ума. Это косточка. Понравится? Клубничка? Да, знаешь, мне нравится, что тут все такого цвета, как это, пастельные тона, вот это вот очень прикольно, это сейчас как раз в тренде. Это девочка. Ну и пойдем дальше, Лиан. Угу. Ребят, класс? Что ты тут еще нашла, Лиан? Вот. О, я знаю, это такая маленькая мусорка. За столом пишешь, да, и ненужные бумажки складываешь. Пойдем, тебе покажу. Очень прикольная канцелярия. О, а это для зубных щеток. Вставки, очень прикольно, да. Лиана, смотри, какие наборы прикольные детские, да, это вот чтобы кушать, это вообще круто. Мам, а пойдем? Такие цвета у них у всех классные, хочется все купить. Мам, пойдем. Я покажу тебе. Давай. Ну что, Лиан, покажи, что ты выбрала. О, какая крутая у тебя собачка. Это браслет и бусы, да? Hi. Hello. Прикольный, Лен? А денежки папа заплатит. Ну-ка, покажи свою собачку. Она еще мелькает, мелькает, да? Покажи как. Давай, я помогу. Мелькает, да. Классно, да, Лен? На шею собачку, браслет, ну, конечно, это самый главный аксессуар. Ну, очень даже симпатично, просто красотка. Ну, пойдем. Там же гости, мама. Да, там ливень, огромный ливень. Ну что, дождик? Дождь, Вази, пап, мы даже не знаем, что там делать теперь. Иди домой или иди в следующий магазин. Потому что это просто огромный ливень. Прикиньте, да, за одну минуту, пока мы были в магазине, просто ливануло. Просто ливень. Да, это должно быть, ребята. А у нас, как всегда, нет. Мороз, а сразу я не дождь. Ладно, пойдемте тогда дальше под крышами. Мы побежали на раз. Три, да? Раз, два, три? Ага. А какой торговый центр вы пришли, мама? Пришли в торговый центр в Куала-Лумпуре. Первый, да. Который первый попавшийся, потому что сошел сильный ливень. Ух ты, здесь смотри. Бабочки. Здесь бабочки, видишь? Да, очень красиво. Пойдем посмотрим, что здесь. Вот бабочки до верху идут. Красиво. И внизу. Вон внизу еще на пианино играют. Вон дядя с дядей. Слушай, торговый центр, однажды, чем я сейчас... Нет, такой же. Пойдем сюда, Лена. Книжка
все нравятся твои? Красивые, да? Ставьте лайки. Папа, реально. Ставьте лайки, кому понравятся реальные бусы. А вот такой кафешка такой розовенький. Это мороженое такое. Это моя куча! Это называется конфеты из Токио. Сладкая вата? Да, прикольно. Хотите? Нет, я не хочу, мы только что купили. Дайте я вам кое-что. Давай. Ух ты, молодец. Пойдем. Ага. Звоночек, да, такой? Ага. Динь-динь-динь. Динь-динь-динь-динь-динь. Ага. А ну-ка, давай за Ару зайдем. Тут в Заре, по-моему, такие же коллекции даже, как у нас. У них везде все одинаковое. Сколько мы нигде не были, мы были в Заре в Тунисе, да? Там то же самое, здесь то же самое, поэтому... Да, везде одинаковое. Я думаю, что Зара, она везде одинаковая. Смотри, какие кеды Лиан с пушистиками. Прикольные. О, тебе вот эти понравились? Лаковые? Да, а вот эти вообще блестящие тоже. Матнявые такие. Ну, что тут у них еще есть? Так, ты ушла от того... А, нет, вот для девочек, да. Для мальчиков. Для мальчиков? Да. Что-то у них, да, как-то плохо, скудный выбор. Но обувь прикольная, да. Ой, это совсем крошки, Лен, крошки. Ой, я такие. А вот эти вот розовенькие, Лен, коралловые. Так себе? Вот эти, класс, как у тебя. Да, похожи на мои. Да. Вот это звоночек. Ребенок просто как. Ну, пойдем дальше. То же самое, что у нас. Ну, качаешься? Ну, прикольно, когда в торговом центре есть что-нибудь для детей. Можно походить по магазинам, а ребенок пока будет кататься. Смотри на меня, Лиан. Ну? Кто любит кататься на качелях, ставьте лайки, да, Лен? Да. 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 Крутяк. В общем, прикольные качели, понятно. Идем дальше. Добро пожаловать в декоративную галерею бумаги. Тут все сделано из бумаги. Очень прикольно, слушайте. Такие конусы. Лен, прикинь, это все из бумаги сделано. Своими руками. Так классно вообще. Вот эти цветы, смотри, красивые. Это же такая большая работа, да. Все ручная работа. Очень красиво. Ну, что ты там нашла? Конусы такие, да, из бумажки. Только надо осторожно с ними, Лиан, осторожно. Осторожненько надо с ними. Это все ручная работа. Смотри, какие бабочки, Лиан. Просто супер, да? Все сделано из бумаги. Классно, мне очень понравилось. Ну что, Лиан, я думаю, что нужно уже попрощаться, да, мы очень устали после самолета, очень тяжелый был перелет, наш рейс задержали, поэтому я думаю, что пора уже прощаться, да, Лиан? Да. Ну что, тогда всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, вот столько много лайков.
обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока!